Всем привет, это продолжение партии за кхмеров в Sid Meier's Civilization 6, сетевой игре на восьмерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу в вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку, а вам всем вместе приятного продолжения просмотра. У меня янтарь. Ты кто? Так, значит, берем... Монументальность, покупку строителей, ну, гражданских юнитов за веру. Так, теперь основываем религию. Давай. А ты кто? Я твой сосед справа. Трудовая дисциплина. С кусейтом, кстати, лучше не торгуйся. А что там взяли? Хочешь ты со мной торговать, да? Гурдвару и хоровую музыку, накорми мир и крестовый поход. А почему я мирный крестовый поход берет? Это такая ирония. Опасность. Вот, а зато никто не возьмет. Я смогу спокойно семьи. Да это бред какой-то, никто не возьмет. Теперь точно никто не возьмет. Ладно, трудовую дисциплину. Ну что, может, защитник веры тогда взять? Что тут еще? Может, или покупать за веру, например. Построенные города сразу получают эту религию. О, давайте религиозную колонизацию. Слушайте, прикольно. Я ни разу ее не брал, честно говоря. Она у меня... Сейчас у меня религия точно главенствующая. Сейчас попробуем, как это работает. Рим, сделка. Блин, а может мне надо было Магнуса, наверное, качать? Да за шо? Рим, сделка. Ты потом-то советил. А, меня все забрали. Тут вообще все. Море забрали, реку забрали. Так, сколько стоит посел за веру? Кстати, 95. Кузя. Может, мне все-таки поселов еще построить? Блин, оно реально не считается, что я в этой религии. Типа, ну главенствующий, когда большинство городов. У меня только один город из двух. Типа, это не считается большинством, понимаете? Боже, ну тут места. Если там никого нету, я, конечно, поражен. Боже мой, мои варвары сумки смертных. О, третья ГГшка. Почему я не убил этот лагерь, когда... А кто, кстати, этот? Блин, может, все-таки реально пантеон, построить да. Пока. О, вот, точнее, не пантеон, а это хоровую музыку. Ставлю, что... Араб? Араб. Я просто знаю, игра за араба, никто не берет 5 религий. В итоге сидишь, горстишь. А я не сменил? Этот бонус бесполезный, можно. Папа, что я не взял? Ну, на корме я взял. Равно. Думал, ты на корме заберешь. Нет, мне на корме здесь не нужно. Не, оборот, это понял. Привет. Так, а за веру купить посела 195. Ну, я бы копил и деньги, и... Вулкан на резерции просто снес весь мой город. 45 стоит вот это, то есть я... О! Да, я просто... Что, я еще и первым Магадишу встретил? Кайф. Мы искренне жаловались раньше богам, а ты нам решил пожаловаться. Получается, мы боги? Видимо. Боже, что вот это за клетки? Вот я вот эти клетки сейчас выкуплю за деньги. Это правда. Конечно, собираем скот. Священочка на плюс 5 просто. Тут 4 производства, тут будет 5 производства. Нормально? По-моему, вообще зашибись. Так, ну давайте третьего прачника сделаем уж. Раз они за один ход строятся, и стрельбу из лука откроем. Мужики меня, походу, варвары снесут. А, сталь не упадет, не придет. Они тебя решили потроллить. Имморталы, 10 тысяч лучников, что это такое? Португалец. Португалец? Да. Ты там в религию случайно не планируешь идти? Ты видишь, нет. А у тебя там есть какой-нибудь сосед, который планирует религию идти?
Я? Нет, ты неправильный сосед. Неправильный сосед. Ну ты можешь, слушай, ты можешь открыть великих людей и увидишь, что только три человека читают на пророка. Три религии основаны, значит, больше никто не идет в религию. Нет, я не знаю, какие у него соседи просто, может, у него просто. Только два соседа. Ты спалец, тундра, ладно, еще. Ай, варвары нет соседей, блядь, главное. Я больше не знаю. Так, вот куда мне тут интересно ставить священку, сюда или сюда? Просто, ну, тут и кампус где-то, ага, кампус на плюс 4 там ставится, а священка тогда, ну, тогда, боже, на плюс 5. С другой стороны, мне жалко бананов, на самом деле, то есть, ну, а с третьей тут, вот смотрите, какие клетки, да? Так, ну, эту клетку я просто обязан выкупить сразу. Ту у нас пока нету жителей, нету смысла. Лёша, горит немножко лес? Да. Соболезнь. Это у кого горит лес? У Кхмера. Так повезло же. Так, каменную кладку, конечно, надо будет тоже пообрабатывать. Рим, а где ты встретил людей помимо американца и испанца? Где-то? Просто шел разведчиком. Ну, в сторону от Кумы. Не, ну, право, старт у меня влево, шикарный. Вниз, просто да, такие места и возможности тут просто надо использовать, конечно. Спасибо. Подожду, апну в лучника. Давайте, наверное, строить посел здесь. Такие города, государства, что можно играть как Майя. Ну и покупать тоже буду. Ильича, я думаю, если ты поселишься наверх, то это как бы... смерть. Там, так, ну лучника должен Магадиша сам убить. Я боюсь, как бы они лодки не начали срать, потому что если они начнут грабить караваны, я точно... Ой-ой-ой, тут не пройти мне. Ладно, валим. О, Шумер, а ты что здесь делаешь? Античную... Подожди, античную или... Вообще, ну да, античную. Два влияния... А, не, я его просто вел и уперся в голову. Содержание юнитов против варваров поставлю. Я уходить. Этот, у меня к тебе, Шумер, вопрос. И создание строителей, наверное. Видишь? Или просто производство. Где я строитель? Я собираюсь где-то строить? Наверное, пока производство. Клан. Так, пиндоса я нашел. А, дальше что? Так вы же далеко друг от друга. Испанец замер, зачем вы его... Хоть посела я его думал, увел. Нахера. Испанец, ты хоть посела у него увел в итоге или че? Слушай, сидишь, ну так? Я, кстати, Шумер планировал вот слева от этого лагеря город ставить. А, брат, мы с ним на одном материке, чтобы ты понимал. Который я сейчас мощу или что? Да, ну видишь, у меня там прачник стоит. То есть я вот планировал там, где бананы, туда город, или на болото даже город поставить. Ну, если по лояльности влазит, то... Ну, у меня столица, вот это же столица моя. Ну, окей, хорошо, ну, ставь, типа, я думаю, будем тогда торговать. Окей. Он у тебя влазит? Если влазит, то... Да, окей. Да. Шумер, ты чудеса видел? Тебе показать? Кстати, надо проверить, а то я так говорю. Он уже как бы поздно, но да, можно. Да, все влазит. А ты хоть... Нет, ты вообще хоть чудо видел? Или... Нет, вообще ни одного. Окей. Ты этот у Кхмера город посмотри, налетай внимательно. И там справа от меня есть еще. Хорошо. Нет, не против обменяться информацией столицы? Так. Ну, я бы, наверное, потратил деньги сейчас не на посел, а вот на эту еще клетку. Да. Ну и хорошо. Ну, это же просто, блин, 17 науки. Конечно. Даже без прокачанного на науку пингалу и без любого... Не, зачем мне делегация? Ты в курсе, что делегация повышает дипломатическую видимость, соответственно, силу юнитов? Я просто хочу посмотреть, где ты... Ну вот дойдешь, иди, иди собери котомочку с сыром, там, с хлебушком, и иди тихонечко. Справа я. Ну окей. Кхмер, метки две видишь? Нет пока. Нет, ой, Кхмер, Шумер. Нет, тоже никаких. А, вижу, вот там аж? Ну, две метки, посмотри внимательно.
Ну, одну вижу желтую, а больше. Так, слушайте, нет. Давайте мы отложим. Слева и справа. А, все, вижу, да. Вот давайте там, я поставлю сейчас 100% окей, морских. А то я вижу, грустишь совсем. Блин, надо успеть, успеть. Я тоже грущу. Я просто хочу купить сейчас посела. Я хочу купить сейчас посела. За веру. Я нахожу плюсы. Тебя я услышал, я не услышал, что Дима сказал. Я еще галеру одну построю. У меня на 95 веры. Прям, мы же друзья, ты же не будешь объявлять войну и так красть посел одного. Одну галеру. Блин, я город увижу, нет? Амира, а где у тебя соседи? Где-то кто-то. Кроме испанца и Рима, я их вижу. Американцы. Ну, наверное, я его сосед, но, видимо, далеко. Да, блин. А где это для Амира? Справа? Наверное, справа от него я должен быть. По идее, я его слева встретил. Да, Амир, вот я какой-то молчу. Так. Ну, я бы в теологию валил. В принципе, через драму и поэзию давайте. Так, что тут в городах? Все зашибись. Все зашибись. Не, ну это просто такие шикарные места. Просто. Я даже, ну, особо не вижу минусов. Для веры все есть. Реки есть. Ну, может, вот здесь вот я ставлю город, например, тут нету реки, да? Хотя. Раз, два, да, нету реки. Вот этот город можно без речной богини, значит, обойдется. Придется где-то тут ставить, типа. Ну, тоже, опять же, когда не прям сразу. Сюда надо будет вести города, ставить. Тут на побережье и рядом с Рараймой надо. Вот проблема только то, что долго города вести. Вот в этом только проблема. Так, это я ускорил гавани, по идее. Не, подожди, гавани, это мне надо два... У меня есть киты на обмен. Морских ресурсов. Кто-то из моих соседей есть, тоже что-то есть. Я вообще-то покупаю посела. Два хода теперь строится. Ну что ж. Ну, мне я хотел купить быстрее, чем построить. Так, давайте, наверное, вот так обработаю. Ринг. И... У меня тут три слоновых кости, если надо. Испанец, одолжи на один. Торговцы. Давайте, наверное, пока торговцы. Я Блин, мне надо вот тут исследовать. Мне кажется, тоже какие-то крутые места должны быть. Еще вот этот извергается постоянно. Вернешь 18. Вот так вот. Понял. Шумер. Вот кто-то... У меня. Нет, Шумер. Снова пусть у меня. Я тебе одолжил 9, ты мне вернул 9. Шумер. Да, блин. Шумер. Нет, он вернулся с next ходом. Как так? Почему убьют мне скауты? За что? Я что-то посмотрел, у меня 40. Я что-то посчитал, что мне хватит 49. Или давайте пока... Оказалось, не хватило. Навигацию по звездам. Ой-ой-ой. Ну, в общем. Ну, этого я поведу сюда ставить, тем более я смогу второй морской ресурс обработать. Имею в виду вот этого посла. Посла поселенца. А, ну, тут еще слоновая кость. Ну, мне, наверное, надо прям на болото все-таки ставить. У меня 80 ход, и если... А, англичанин построил гавань. Ой.
Не построил. Так, знаете что, я бы здесь... Не, еще не построил. Купил. Блин. Да ладно, о, шоколад построил. Сломал. Сколько тебе? Вот это хреново, 21! Ахуй. Один караван на 21. Что ты ругаешься? Прошу прощения. Просто в шок. Испанец, зачем он это был? Давайте я тут строителя куплю. Уже надо будет сейчас священочку сразу ставить. Значит, все-таки... Не, давайте сюда вместо камня. Я отошел, тебя не трогай. Все хорошо. А я могу вообще камень собирать? Подождите. Согласен, все прекрасно. Могу. Так, ну что, союзник Магадиша, он дает торговый юнит и неуязвимость на Марс. Зачем мне ждать, пока он придет меня на уникалах? Ну сейчас я в науку вложусь, отстаю и приду. Тогда пока ничего не союзим. Я ставлю на то, что тут не будет выплыва, но если будет, я буду так счастлив. Да, господи, почему я ни один город не могу шумерски увидеть? Три громадности. О, у кого, у кого? Рим. Слушайте, не убили мне, походу, варвара этого. Дим, это будут твои крайние города? Или убили? Моей стороне. Не, не убили. Фу, да? Ты, ну, ты, не так, давайте я тут спрячусь. Я вот спрашиваю, тебя, это нормально? И буду лечиться. Так, ну тут мне, блин, да, блин, мне бы тут все-таки юнит какой-то просто сделать. Нравится, или этим брачником просто лагах, идти. Он сейчас пойдет священное место грабить. Блин, а мне надо, мне надо священные места, хотя бы Анкарват обратить, чтобы работала моя способность. То есть мне этот город, мне эти города нету смысла ставить, пока религия не распространилась. Короче, мне надо священочку здесь, святилище я имею в виду. Так, этим пойдем сюда. Так, американца я случайно не вижу еще? Нет. Неужели все-таки будет выплыв? Похоже, что здесь проплыв там. Так, собираем камешек, ставим священочку. Да, у меня, видите, нету плюс 5 производства, потому что сюда не распространена еще религия. Че? Так. Что произошло с этим лагерем? Меня тут лагерь гипосписта, кстати, позвал. Давайте, наверное, воина сделаю. Пока. Такая... А этим прачником... Ладно, встану под вулкан, надеюсь, не убьет. Ничего, если ты натравил на меня варваров, то как бы я немножко разочаровал. Нет, я на тебя не травил варваров. А вроде пишет. Лучника себе, и все. А вроде пишет, когда натравливают, нет? Ну что-то вроде такое есть. Напишет, нанял. У меня вот у самого жопа с ними. Так, пошли железо обработаем, а потом купим клетку с кофе. Куда-то, неужели камень будет еще ломать? Зачем-то. Да, тут надо будет выкупать слонов. Будь здорова! Большая расти. Красивая. Сделка мне край на три хода. А вот теологию надо бы поставить. Да.
Только мы одни военные кредиты или как еще военные? Я воюю с шумером и арабом. Это в чем? Силе знания? Игры? Ну, видишь, там человек волнуется, что он один воюет. Надо поддержать. А, да, надо поддерживать таких людей. Блин, господи, еще вот тут какой-то кампус офигительный, да? Просто... просто места... Я добиваю шумер? Так, покупаю... добивай. Миссионера 70. Ну, следующим ходом можно будет купить. Просто все новые города просто сразу будут с моей религией. Это ж круто. По-моему. Блин, навигацию по звездам так открыл. Ну, ладно. Может, даже и к лучшему. Так, просад, наверное, точно надо ставить. Тем более уникальное здание. Пойдем тут засвечивать. Буду. Римская империя. Железо очень тебе? Поможем посмотреть. Ой, а может и нету проплыва. Блин. Какая интересная карта, конечно. Так. Ну, наверное, деньги стоит открыть. Собственно, и судостроение. Не, давайте сначала деньги. Авиа Троян. Ты чего человека пугаешь? Ну, у Рима дофига культуры, вы знаете, они просто получают бесплатное, бесплатное культурное здание ни за что. Так, давайте-ка я вот тут апну в лучника. Продолжаем дружбу с арабом. Так, сколько там стоит купить? 60. Я тебе для тебя оставил. Просто дай бог тебе здоровья, ты самый лучший тиммейт. Конечно, типа, какой смысл мне оставлять ФФ, но так уж и быть. Ты ж понимаешь, сегодня одно ФФ, а дружба крепится и строится годами. Да. Ух ты, как думаешь, не страшно против такой армии воевать? Да, где наша не пропадала. Так, один заряд, это ну надо кофе, надо пришло. Кофе. Побережем денежки на кофе. Нету проплыва, прикиньте, ё-моё. Ну это прикол, конечно. Ладно, возвращаемся пока. Да, даже можно, наверное, туда и не идти дальше. Так, а у меня продукцию я на что могу? Смогу на жемчуг? Ты жалко, что это, когда у варваров гипоспистов покупаешь, а не у них без прокачки. Точно, я же могу у них нанимать. Уж мой, я такой тупой. Ой, брат. Сейчас будет 8. Тут мы обратим, вот здесь она будет считаться сразу в моей вере. Просто я надо... А, ну я вообще город не могу сразу ставить. Ого, кому-то больно, да? Так, обратил. Тут производство есть. Написано, что большинство... Ну вот тут сейчас, не написано, сейчас. Например. Да, мы куда мне пойти? Не принимай, пожалуйста. Лучше вниз. То есть на кукурузу, короче. Да мне будет... А, окей, все. Товарищ Римской империи, не принимай здесь. Тут уже все отвалилось без вмешательства. Mm-hmm.
Так, ну надо стрелять. Сколько мне сейчас просад дает культуры? А, тут нисколько. Он культура за каждое население. Но вообще у меня стало 28 внезапно, как у Рима. То есть приятно. Так, я тут, наверное, просад буду строить тогда. Блин, а с другой стороны мне рабочий это нужен, чтобы... Ладно, давайте мы все-таки... Просто покупать я хочу поселов. Хоть кстати, место. Эрим, возвращаю. Хоть место есть, не то, что в прошлый раз. Так, оборонительная тактика. Вряд ли мне кто-то войну объявит в ближайшее время. Тут гавань, конечно. Соседи, а у меня к вам вопрос. Щеночка. Союзы будете принимать? Амбар. Например, экономический. Давайте, наверное, тоже строителя. Ты с какой целью интересуешься? Целью роста денег. Ну, я не против союзов, только когда мы еще в них выйдем? Мне 9 ходов осталось. Что-то в Америке 5-6, господи, у меня опять тут все улучшилось. Просто вообще. Так, ну что, сейчас считается? Да. Сейчас у меня должен сразу с моей религией быть. Рим, как я буду с тобой торговать, если не готов? Отлично, очень мне это дело нравится. Так, ну тут мы, наверное, вообще, наверное, не будем священку ставить, смысл. Раз, два, три, ни до какой реки тут не дотягивается. Такое. Просто поставил, потому что неплохие места, в принципе. Так, 15 ходов, и мне 12 очков надо. Так, мы пошли этим Махендра-Парвату обратим. Остальные города у меня уже сами будут в моей религии. Американец, предложение. Хмер, если я вот туда город поставлю, ты не будешь меня бить? Вроде... Нет, блин, я там хочу немножко слева посмотреть, чтобы я выше мог еще поставить. Или если ты видел, и там есть место, то давай. Слева выше? Ты имеешь за горами? Ну вот я просто, да, вот типа слева от Махендра Парваты хотел поставить. Ну, по идее, должно быть. Просто я боюсь, туда, если ты поставишь, у меня города отваливаться половинцы будут. Ну, посмотрим. Ты там посмотри для начала. Кого мне тут атакуют? А, галеру. Валим. Ауч. Блин, надеюсь... Ты не с этого лагеря, который тут был. Нет. Это будет, кстати, жопа. Так, там кампус на плюс 4. Следующим ходом... А, значит, откладываем тут производство. Что сюда пошел? Надо было шоколад обрабатывать. Ай. Никто не решил читать первого ученого на библиотеке. Ну что, просад? Там ученый. Что с кампусом? Плюс 5 есть. Но там может быть другой город. Тут еще в рынке нахожу, что за нахуй. Алексей, ты вверх или в бок? В смысле, не понял. Ты идешь выше Акады или слева от Акады? Поселенцам. Я вот, где он стоит, там и поставлю. Так кто спрашивает вообще? Американец? Да. Ну вот там, где стоит посел, там и будет город. Норм.
Слушай, Акад очень далеко, ты что? Я, наверное, к Акаду, возможно, и не... Хотя... Ну, может, справа от Акада где-то еще поставлю. Угу. Значит, он защитил моего этого. Блин, класс, что сразу просто города в религии. Это вообще зашибись. О, ГГшка какая-то научная. Да, блин. Понятно, где исполнить заспавнился. Так, значит, тут надо вот эту клетку купить. Подождем с кофе пока. Нет, я просто вижу континент. Вырубаем. И куча гор. Кампус. Нет, у меня... Кого встретил? Значит, Рим повезло. Португалия. С американцем, между прочим, один континент. Здорово, Воланчик. Здрасте. Поиграем в бадминтончик. Конечно. Люблю, когда меня пинают. Некая степень мазохизма. Меня больше высадило, что берут мой город бывший. И повстанцы идут на мой город, блять, а не на свой. А кто там тебя берет? Испанец просто душу из меня выбивает. Да ладно, чё душу сразу? Недавно MyLife говорил, типа, хочет поиграть, поучиться на испанце. Тут такая... Нет, ну просто у меня... Убили? На одном континенте. Мне показалось, что эту галеру убили. В уникалах выйдет, либо он меня просто убивает после. Да это просто упячка, бессмысленно. Все равно город валится в мою сторону. Ну, да, только у тебя сейчас столицу, скорее всего, упадет. Давай. Хмер, а ты куда так спешишь? Где, куда? Ну, по науке, по культуре. Вырвался вперед. Да, как бы у араба так же. Я не спорю. Просто соседям может быть завидно. Так ты мой сосед. Я не один твой сосед. Так у нас мы втроем. Я, ты и Шумер. Шумеру, видимо, завидно на нас обоих, да? Да. Я молчу. Меня учили не завидовать. Правильно делаешь, но при этом ошибаешься. Ведь есть хорошая зависть, которая мотивирует. Моя третья ФФА, не начинай, пожалуйста. А, так, производство. Как-то нет, медленно клетки присоединяются. Ну, по идее, за счет просата начну. Так, значит, вырубаем и ставим сразу кампус сюда. Корень божественное право. Судостроение. Ну, математику я должен сейчас ускорить гаванью. А, нет, значит, кампусом. Здесь у нас маяк. Ну, можно сюзеренить Нанмадол. У нас уже есть гавань, как минимум, на побережье, ладно. Так, а где нам тут коммерческий район поставить? На плюс 3 здесь есть. Ну, в принципе, давайте. Сколько там еще у меня будет скаут лечиться? А все уже практически. Блин, ну там же не пройти. Он убился от меня, ладно, тут стоим пока. Надо покупать здесь посела. И везти туда. Жалко, что нету ни одного религиозного города. Можно гавань в Барселоне, а не... Так, давайте я сюда, наверное, поведу вырубить.
Это же бонусные караваны, что ты их не используешь. Сильный бонус. Мы на одном материке. Все равно они бафнут, это же так. Причем довольно сильно. С этой стороны хоть гляну. Ну тут вообще есть куда город ставить. Тебя как бы провести туда его. Исторические хроники вообще вполне могу, только на следующем ходом будет отложить, наверное. Так, ну я бы покупал в Харихаралай, когда будет два жителя, и Крарайми просто вел ставить. Блин, ну кстати, есть шикарное такое. А что? На город не распространяется религия. У него три жителя, я в два раза миссионера прожал. Не распространяется религия. Ой. Ну ты им просто втираешь какую-то дичь, они в это не верят. Почему миссионер втирает дичь. Я хочу на нем монетки зарабатывать. Серьезно, он там стреляет, да? Так, исторические хроники отложим. О, Португал. Алейкум, раб. Очень рад тебя видеть. Ты с кем-то хоть можешь поторговать по морю, нет? Или ты... Вот сюда на море, на речку ставить. Ты куда-то. У меня сосед Англия. Что может быть лучше? Будет лучше, если она к тебе не придет. Ну, очков адмиралов на себе одинаковое. Сосед испанец, очевидно. Да, сосед испанец с Кристаллом напрягает намного больше. Англия, Виктория, нет? Mm-hmm. Блин, тут плюс 3. Ну, вот тут можно на кампус... Вимаяпури оставить. Наверное, сюда будут кампус ставить. Давайте сначала торговца. Да, что ученичество. Давайте внутри города полечимся. Так, еще один заряд. Ну, наверное, тут надо вырубать. Да, еще один золотой век. Ну, это, конечно, вообще мощно очень за Кхмера. Просто улеталово какое-то. Американец, ты там не падаешь случайно? Да некуда уж там. Прекрасно. Это было легкое недоразумение. Шумер, ты что, всех зачистил? Помог он тебе только один. Да вот мечник мне только этот не нравится. Я так, наверное, этого убью. Тут, наверное, лагерь стоит, скорее всего. А ты просто прикопать оставишь или убиваешь? Ну, я бы хотел забрать, но мне его сначала найти надо. А, ну просто он сейчас в ГГшку превратится, я бы хотел, чтобы он остался в ГГшке. Ну, ладно, уговорил. Круг же не выходит. Госслужба. И соседство кампусом надо поставить. Давайте я плюс 5 против варваров все-таки сделаю. Аутленда случайно никто не находил? Да. Нет. Что-то... 54-47, кайф. 300. 300 бакс. Вот. Заметка на вот. Как приятно идет игра, никаких вылетов, никаких багов. Давай просто как ванкарват из... из столицы. Так, теперь мне нужен какой-то юнит здесь. Что, может реально просто разведчика купить? А давайте я Мокшу посажу против араба.
Махендра Парвату. Хай он там мучается свою религию удерживать. Знаете что? Мне кажется, это прикольно. Купить разведчика и купить посела сразу здесь. Португалец, у тебя редких ресурсов на торг не будет? Я не придумал, что мне... Ну, наверное, надо кампус ставить. Будет леса. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.